Всем доброе утро. Обратно жара, сказали сегодня. Гроза, дождь, и где, не знаю. Вот один кот сидит, орёт, а вот второй. Небо чистое. Сказали, дождь будет, сделан. Даже и не чувствуется. Ветерок. Ветерок, хорошо. И написано «Гроза, дождь», а где это? О, слышите, орут. Ну что, сидишь? Жарко, но ветерок дует. Хорошо на улице. Хозяин общаги, вот он у нас живет. Старший по дому. Охраняет общагу нашу. Ну что ты? Владения свои проверяешь? Чужих котов не пускаешь? Ай? Старший по дому. Это со второго этажа кот. Я даже не знаю, как его звать-то. Ну что ты? Ой, ребят, ветерок дует хорошо. Ветерок дует. Сейчас кофе попью. Ой. Где дождь? Сказали, дождь будет, где он? Ну, ветерок так хорошо вообще. Короче, мне надо платину поменять. На крыше не знаю, кого просить. Новое платину. Ну, для телевизора антенну. Холодно сделать. Мне не верено, вам не знаю. Кого попросить? Сосед мой вот этот слазил наверх. Он говорит, я не смогу поменять, потому что, ну, он в очках слепой. Надо кого-то попросить. Говорит, кого-то надо попросить, я не смогу. Ему самому меняли платину. Вчера он слазил, антенну покрутил, показывал, и то вечером. А сейчас обратно не показывает.
Он говорит, я бы поменял, но я ничего не вижу. Он сейчас лазил, крутил антенну. Когда я тарелку поставлю, не знаю. А что просить, сами знаете. Нормальных нету. На улице тепло, на ветерок. Какой ветерок? Ветер прям хорошо. Он сказал, сосед, я поменял, но я не вижу ничего. Ну, он в очках ходит, вот этих вот. Я без очков. Ему 55, меня 56 или 72, я не знаю. У меня зрение хорошее. Я без очков хожу. Не знаю, как так. Зрение от чего у него. Не знаю, почему зрение у людей. А я хорошо вижу. Сегодня воскресенье. Кофе холодный, хорошо. Я утром сделала, пускай дома остынет. Не знаю, кого попросить. Я там молодым девчонкам написала в Жилетовое. Ой, соседка пишет мне что-то. Сейчас почитаю. Ну, молодая соседка мне пишет, не которая сижу на лавочке. Да. 3 семерки. Тарас, привет. Привет, Аня. Как твои дела? Я тебя 7-8 видела. Чего? Что с ним, что она отпустила, возвращается? Давай. Давай сейчас 3 семерки что-то написано. Вон. Это что значит 3 семерки? Ладно, в 7 часов приходите, ребят, на музыку. Сейчас как будто буду искать.